Меня зовут Жакен Файбол. Я работаю в подразделении безопасности службы авиационной безопасности уже 9 лет. Работа мне очень нравится, потому что она очень ответственная. Мы следим за обеспечением безопасности пассажиров, членов экипажей, воздушных судов и объектов аэропорта от актов незаконного вмешательства. Считаю, что обеспечение безопасности является важным фактором, гарантирующим стабильную работу аэропорта. Служба авиационной безопасности является самой большой службой аэропорта Нурсултан Назарбаев. Все сотрудники, работающие у нас, подготовленные, ответственные, прошедшие обучение по авиационной безопасности и имеющие действующие сертификаты. Кроме того, раз в год наши инспекторы проходят практические занятия по программе подготовки по применению и ношению служебного оружия. Что касается графика работы, график очень удобный. День, ночь и два дня отдыха. Зимой и летом нам выдается специальное обмундирование черного цвета. Служба у нас очень дружная. Всегда стараемся помочь друг другу. Поддерживаем молодых. Самое главное не лениться, добросовестно и оперативно выполнять свою работу. Относиться к ней с большой ответственностью. Руководство высоко ценит таких работников. Карьерный рост тут зависит только от самого человека, как он себя проявит. Мы приглашаем тебя в нашу команду. Барлықтарыңызға қайырлы күн. Менің атым Төлеуов Әсет Әмірханұлы. Мен халықаралық Нұрсұлтан Назарбаев әуежайда тексеру қызметінде 2019 жылдан бері жұмыс жасаймын. Коллективте 100 адам жұмыс істейді. Сол 100 адамның 80% жастар. Сіздерді сол жұмысқа келуге шақырамын.